Какая рука, правая или левая, не важно. А можете тогда сесть чуть-чуть подальше, чтобы всем камерам было видно? Хорошо. Вы расскажите, как на все это подписали? Ну, я заслуженный России, заведующий центром хирургического клинического отделения. Я считаю, что сегодня своим примером показать, что прививаться нужно, если есть шанс спасти хоть одну жизнь, снизить риски, это обязательно нужно. Я сам работаю в палатах интенсивной терапии, в реанимации, и я вижу, насколько тяжело протекать заболевание, как тяжело пациенту. И если есть хоть один шанс что-то сделать, облегчить, это надо делать. Ну, вам не страшно, все равно вакцина еще до конца не испробирована. Нет, слишком давно работаю и слишком много видел. Здесь страх нет. Вы работаете в ковидном городе? Да, да. Сейчас? Да. Режим опятый. Что приходится? Да все. Особенно тяжело, когда пациент погибает, наблюдает, и ничего себе не понимаешь. Понятно. Давайте мы вам введем. Вводится вам вакцина гамма-ковид. Осмотр врача, вы прошли, чувствуете себя хорошо. Да. А вот вы скажите, вы сейчас вводите в гамма-ковид, да? Вы сказали? Да. Карина. Да. А там вторая как называется? Так, она двухкомпонентная. Сейчас мы вводим первый компонент, а через 21 день будет введен второй компонент. Он называется как-нибудь бета? Так же. А так? Слегка наклоняем флакончик, так как трясти его нельзя. Я считаю, если мы своим примером покажем безопасность, ну, это имеет большой путь для нашего населения. Я считаю, что это большая награда за то, что меня прививает. Потому что не каждый решится, в данном случае это наш долг. Рад, мне что-нибудь говорили, врачам вам. Тут как бы свое мнение. У меня здесь как бы мнение врача. Наверняка прививались, с чем-то можно сравнить? Вы знаете, совершенно безболезненная процедура. Единственное, что здесь используется игла от 5-граммовых. Глубоко внутримышечная. А так, в основном, прививки тела, в принципе, не представляются. Не больнее? Нет, совершенно не больно, очень хорошо.